Мынакей орус досум, ушинтип Ошко да келдик, ай карачы, бияктын аба ырайын карачы. Да, Ош, город будущего. Небоскребы, вон какой свет, памятники. Я себе его таким и представлял. Смотри. Маге, а если бы вот Сурумбай Джимбеков в аэропорт приехал, за сколько бы довезли вы его в город? Ну, как обычно, 300. Но у него 300 бы не было. За 250 довезли бы. Ну, спросил бы я 250. Чмёк с мэра. Будешь голосовать? Да, буду голосовать. Решил за кого? Не буду говорить, но решил. Ну, давай, намек дай. С юга. Он южный. Блин, кто бы это мог быть? Бакиев? Не, Бакиев не с юга. Откуда? Бакиев, кажется, он северный все-таки. Мындай сурок өрөндүм эле. Алтындын көп, көлөмү ушу Ошто дейт. Ошого сиз ишенесизби? Буга ишенеш кыйын. Мен ишенбейм негизи. Алтын биякта көп экенин ишенбейсизби? Адамдардын өздөрүндө болуп калышы мүмкүн эмеспи? Адамдарда болушу мүмкүн. Слитактар. Эми бизге ошондор жок да. Байларда болушу мүмкүн. За кого будете голосовать? Уже решили? Конечно. За Бабанова. Ему что инкриминируют? То, что он это самое. Во-первых, бизнесмен. Да. Во-вторых, то, что якобы он слишком много наворовал. А вы мне покажите хоть одного киргиза, который не ворует. Вот. Эрма. Серьезно? Конечно. И русаки воруют. Воруют все, кто может украсть. Ага. Вот. А кто не может, тот не ворует. Такой лимит дайте Бабанову. Сколько ему можно украсть? А вот больше это уже все. Я полагаю, что ему уже больше нечего воровать. Дело в том, что он уже упакован от и до. Вы честный? Я нет. В Белом доме я пропахал больше 10 лет. Мой рекорд еще никто не побил. Атамбаев, как вам? Ты насчет честности сказал. Брат у него, он мне, кстати, задолжал 400 баксов. Тиги бир кандидат өрдөрү берсе, азыр өрдөрү берет экен. Аны угатам, бирок өзүм колума алып көрлөкмүн, чын айтайын. Малиев сулуу же Самат Эркинбеков сулуу? Самат Эркинбеков. Я независимый наблюдатель. Вот вы наблюдаете. Как обстановочка? Обстановка, все в порядке, все нормально. Все же, смотрите, классные. Этот говорит «вместе вперед», этот говорит «единство народа навсегда». Ну ведь все правы же, ну молодцы же все. Вот как выбрать? Дайте совет. Как выбрать? Это все уже в любом случае, как уже у людей, кому больше симпатий и тому подобное. К его действиям любого будущего президента, кто на что горазд. Как думаете, сколько вот настоящих вкусных, сочных, ошских самс здесь дадут за ваш голос? Ну, мы не знаем. Ну, примерно сколько? 6? Ну, поменьше. Наверное, поменьше, да? Да. Из Бишкектен келдик, ушел Ош... Хорошо. За кого будешь голосовать? Уже выбрала? Да, выбрала. Ну, за кого? Сооронбай Жээнбеков. Почему? Ну, он хороший. Лозунг знаешь, какой у него? Что? Лозунг. Какой девиз? Нет. Единство народа? Это единство. Единство народа – это единство. Что-нибудь буй-буй? Салам алейкум. О, буй-буй, я. Да. Буй-буй не могу. Нет, а что можете? Элдин кадырын билгендерде мен шайлаймын. Как настроение? Отлично. Спасибо. Как тебе гора Сулайманту? Круто, очень хорошо. Давай, чтобы просто вот так мы стоим, ее не видно в кадре. Ага, ага. Чтобы ее было видно, на корточки сядем. У всех кандидатов в президенты есть свой слоган. Твоя задача сейчас продолжить слоганы, которые я тебе буду говорить. Если ты продолжаешь правильно и продолжаешь креативно, ты зарабатываешь, знаешь что? Нет, не знаю что. Спасибочки. Не выбирай, а? А голосуй, может. Голосуй, хорошо. Одна спасибочка есть у тебя.
Единство народа. Единство народа. Дружба, может. Дружба. Ништяк. Два спасибочки. Путь. Путь. Давай друга позовем, он поможет тебе. Да-да-да. Пойдем тоже сюда. Путь. Путь. Вперед. Вперед, молодец. Вместе построим. Вместе живем. Вместе построим, вместе живем. У тебя? Вместе построим будущее. Вместе построим будущее. У тебя лучше. Вместе построим, вместе живем. Ну, будущее какое-то. Народ, давайте я вас... Давайте. Спасу. Давайте я вас... Прекрасно. Давайте я вас спасу. Настоящий президент. Делайте, что хотите, а я... А я буду голосовать? Делайте, что хотите. Президент такой. Кандидат в президенты. Делайте, что хотите, а я буду голосовать. Я вас всех... Люблю. Люблю. Я вас всех люблю, да? Прекрасно. И последнее. Вот эти все лозунги вымышленный. Нами. Нами. Вымышленный нами чуть. За кого будете голосовать? Адахан Мадымаров, наверное. За него будет? У него будет один голос, наконец-то. Да. Знаете, то, что есть еще одна очень прекрасная кандидатура тоже в президенты? Саша Грей. Саша Грей? Да. У нее очень прекрасная внутренняя политика, она об этом заботится. В первую очередь, это хорошая политика надо. Да. У нее, кстати, много тоже, кто хотят за нее проголосовать. Как говорится, знаете, вкинуть бюллетень. Проголосуйте за нее. Конечно, если хорошая политика будет. Конечно, хорошая. Да. HD. А вы знаете, ой, пикиринга, дайте кацанер. Пиздной Петруанча был Сурамбай Жээнбеков, колдачат пары. Что это вы довольно от вас? Арстанбек Абдулдаев жана Токтайым Үмүталиева. Мен оюмча эркек телефонда жакшы болмок биздин эсе. Эркек болгон жакшыраак э. Вот анткени жана андай толтура президенттер чогулуп алганда ал жерден аял киши болуп калса чай койгон кетип калат деп туруп. Оштун эли өзү негизи аябай мейман дос келет да. Азыр мындай кылалы тоонун үстүнө чыгабыз, Сулаймандын үстүнөчү. Анан оштун бүттүгүн көрдөбүз э. Ничего не понятно! Догоняй лучше! Против того будет ролик, чтобы продавали свои голоса. Знаете, да, бывает, да. Платят людям деньги, да, они продают голоса. Суть ролика в том, чтобы как бы заклеить вот так вот скотчем рот, типа мы не продаем свой голос. Да. И сейчас вы должны сказать, я не продаю свой голос. А как вы? Ну я не могу. Вот так скажите. Я не продаю свой голос. Я не продаю свой голос. Мы будем снимать политический фильм, и нам нужно, чтобы вы дали название этому фильму. Как наш фильм будет называться? Честный человек, например. Эй, это же честный человек, например. А, ты не сумел. И он тоже не сумел. А. Кто же нам поможет? Кто же нам поможет? Кто же нам поможет, а? Смотрите, смотрите, вон он! Ты должен узнать, кто станет президентом. Окей, шеф. Еще ты будешь работать с напарником. Привет, герой, я твой напарник. Только не это. Чем я могу тебе помочь? Эй, мелкий, сгоняй меня за сигаретами. Алло, хакерша, ты выполнила задание? Извини, но я не смогла взломать базу. Че сказала? Не смогла взломать базу. Черт, мне теперь поможет только мудрец. Что мне делать, мудрец? Мне никак. Жалко.
Эх, ничего не получилось, я провалил задание. Эти выборы слишком честные. Ну все, брат, ты попал.